Доброе утро всем. Вот это мой такой завтрак на сегодня. Всем приятного аппетита. Вот так вот мы поселились вот там вот в гостинице. Скандик называется. А здесь Макдональдс, стоянка машин. Вот там сзади меня заправка. Люди едут, заправились и заезжают в Макдональдс, покупают еду, садятся, присаживаются, едят, либо едят в машинах. А здесь вот так вот проходит трасса. Можно туда, в ту сторону уехать, а можно и в ту сторону уехать. Вот сейчас я выйду, покажу. Вот цветочки такие красивые, беленькие. Травушка-муравушка. И вот так вот идет развязочка. Транспорт ездит. Другой, автобусы большие. Развязок, конечно, дорог у них очень много. И очень все раз, как говорится, равномерно распределено, кому в какую сторону. Везде знаки. Везде все указывается. Вот так вот мы остановились. Елочки тут, конечно, шикарная природа. Все шикарно вообще. Вот видите, мы этот отель находится недалеко от аэропорта. Вот здесь даже вывеска. Вот так вот приближу. И вот так вот. Находится гостиница буквой, ну, не Г, она туда еще уходит дальше. Туда за контейнером тоже, там продолжение еще. Так сегодня украсили в честь Украины. Такими цветами. Лица. Сейчас будет ужин. Пока людей нет, снимаю. Там ресепшн, здесь кухня, и вот так вот люди сидят. Видите, даже и шарами украсили весь зал. Это Скандик. Кто-нибудь ел такую штучку? Честно сказать, ем первый раз. Вкус такой кисло-соленый. Не знаю, мне не особо понравилось. Я даже не знаю, что это такое. Как арбузики такие. Вот. У меня еще есть такой. Кто знает, напишите, что это такое.